Довязав до центра планки, до центра имею в виду не до сгиба, а именно до центра планки, выполняем петли под пуговицы. Измеряем пуговицу. Пуговица занимает 1, 2, 3, 4, 5 петель. Берем бросовую нить. Предварительно рассчитайте, распределите пуговицы по планке. Закрываем, провязываем 5 петель бросовой нитью. По моим расчетам я пропускаю 8 петель. 2, 4, 6, 8. Провязываю следующие 5. Два, четыре, пять. Пропускаю следующие 8. И так далее. Я предпочитаю разделять бросовые нити между петлями, для того, чтобы потом случайно не сделать затяжку и не усложнить себе работу. Убедитесь в том, что петли провязаны. Возьмите ближайшие петли и навесьте их на соответствующие иглы. Далее возьмите рабочую нить. И закройте петли при помощи петли-уловителя. Петли навесьте заново. При помощи набора петли-уловитель. Первую петлю также навесьте. Далее вторую часть петель навешиваем на соответствующие петли поверх. И вот она, последняя петля. Оставьте эти иглы в переднем положении. Нити внутри свяжите между собой. Ее можно даже никуда не девать, она просто останется внутри планки. Бросовую нить останется просто достать. Вы можете ее достать сразу, можете достать ее потом. Так поступаем абсолютно со всеми петлями планки.